А вы видели спаниелей такого красивого коричневого окраса? К нам на груминг забегал такой красавчик. Сначала им нужно хорошенечко вычесать спинку. Потом мы заметили и разобрали несколько колтунов. Такая же ситуация оказалась и с ушками. После всех гигиенических процедур мы хорошенечко искупали малыша. Наглядно видно, как спаниели любят воду. Потом выдали лишнюю влагу, высушили и расчесали его. Приступили к основной стрижке. Выбрили подушечки лап и сделали покороче стрижку на лапках и на пузике. И вот такой вот плюшевый аккуратный мальчик получился.